В прошедшие выходные ледоход на реке Оби достиг города Колпашево. 30 апреля утром лед тронулся в районе городской пристани. В настоящее время глава ледохода находится в районе села Инкино. В этом году река скрылась на 10 дней позже по сравнению с 2022-м. Причиной этому стали апрельские заморозки. Традиционно после ледохода в Колпашево происходит запуск паромного сообщения. В этом году, как и в прошлом, перевозкой транспорта будет заниматься местная компания «Сапфир». Паромы будут курсировать до левого берега по удаленному маршруту от причала УНГСС до села Озерное. 2 мая в 18 часов паромные переправы начали работу, но пока в тестовом режиме, поэтому точного расписания нет. Добавим, на сайте компании ООО «Сапфир» можно ознакомиться с тарифами на перевозку автотранспортных средств на паромах. Так, например, цена транспортировки легкового автомобиля начинается от 350 рублей, грузового – от 900 рублей.